Приморских педагогов поблагодарили за подготовку детей ко Всероссийской олимпиаде школьников. Министр образования края Эльвира Шамонова вручила благодарности 12 учителям. Это преподаватели ДВФУ, Нахимовского военно-морского училища и другие. Та работа, которую вы проводили, она привела к результатам. Эти результаты мы увидели. Вчера я докладывала Олегу Николаевичу на встрече с нашими и стобальниками, и олимпиадниками. И, безусловно, мы говорим слова благодарности Министерству образования, директор Сириуса Приморья, мы говорим вам спасибо. И абсолютно уверены, что дальнейшая наша работа будет приводить к результатам еще более высоким. И таким, чтобы наши родители понимали, что никуда своего ребенка отдавать не надо, потому что здесь одна из лучших систем, и эту систему будете делать вы. После церемонии награждения министр обсудила с преподавателями особенности подготовки школьников к олимпиадам. С какого возраста лучше начинать специальное обучение, как готовить учителей-наставников, какие существуют технологии подготовки ребят к олимпиадам по точным наукам. Напомним, ранее в ДВФУ прошло чествование стобальников, а также победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.